Внеочередная седьмая сессия Маслихата Южно-Казахстанской области началась с главного вопроса – выбора секретаря. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру депутата по 42-му Сарагашскому избирательному округу Кайрата Балабиева. Новоиспеченный секретарь Маслихата поблагодарил своих коллег за оказанное доверие. Я хочу сказать вам всем спасибо и обещаю работать на благо жителей области. А так как основные вопросы, вынесенные на сессию, обсуждались ранее, депутаты единогласно проголосовали по каждому из них. Так, основные республиканские трансферы будут направлены на социальные нужды. Отдельным вопросом стояла благодарность тем, кто долгие годы трудится на благо области. Маслихат Южно-Казахстанской области отметил их труд почетными грамотами. Глава Южно-Казахстанской области, принимавший участие в седьмой внеочередной сессии Маслихата Южно-Казахстанской области, выразил надежду на то, что планы, озвученные на сессии, будут реализованы. Я думаю, что мы достигнем намеченных показателей, а предприниматели в полном объеме и по назначению освоят средства, выделяемые на строительство и благо народа. Саида Турсуметова, Нургали Кошаналиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».